заключительный эпизод письма Татьяны. Вот, но так и быть, судьбу мою отныне, ну так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю. Да, тут можно, кстати, смотреть в ноты и читать. Вот я читаю с учетом как бы ритмических идей Чайковского. И полезно с певцом это пройти. Но так и быть. Судьбу, да, вот он пишет такой ритм. Но так и быть. И хороший чтец так может вполне прочесть. Но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вручаю. Вот тебе приходится на сильную долю. Поэтому погладить тебе. Тебе вручаю, синкопу, вручаю. Да, тебе вручаю, перед тобою слезы лью твоей, вот это слезы лью твоей защиты, да, вот эти все столкновения, столкновения согласных, очень важны, и они крайне экспрессивны, и очень важны и для стиха, и для музыки, да, для выразительности. Перед, все «р», перед тобою, «т», все «т», перед тобою, перед тобою, два «т», да, перед тобою, не боимся двойных, не перед тобою, не так, перед тобою, да, чтобы «т», перед тобою слезы лью твоей защиты, да, здесь на сильную долю, твоей защиты, умоляю, умоляю, да, что делает при этом рояль. Очень тихое, пальцевое, без всякой кисти, чисто пальцевой стаккато, пиццикато. Не мешаем, да. И реплики вот эти очень важные. I love you, I love you, I love you. Их надо отдельно выучить. I love you, I love you, I love you, I love you. Подтекстовывать полезно. I love you, I love you. Их либо, их либо. Люблю я, да. Аляра, тарире, аде тарире, 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 тарире. Можно вот это не играть. Соль, соль можно не играть. Получается. То есть полифония. Это собственная линия. Тоже сюда, сюда, тебя люблю. Тебя люблю, да люблю, тебя люблю, тебя люблю. То есть, собственно, совершенно осмысленная мотивная структура, да, независимая в левой руке. И вместе тади, задыхающимся, люблю я, да, тади, боюсь я, да, или мечтаю, да, и так далее. Мне, как потекстовывать, не важно. Я потекстовываю простейшими вещами. Да. Задыхаясь. Сейчас показываю все без педали. Ну, конечно. Вот теперь с педалью, да. И дальше. Свободно, да, мощь у максимум открытости и красоты, и страсти. И ю должно быть ю. И вот от этого ю на сильной доле отталкивается оркестр. То есть дирижер показывает это, прям показывает это ю. Ю и оркестр. И после этого не легато, как здесь написано, а скандированное легато. Вот так должно быть. Максимально страстно. Мольто экспрессиво. Вот я играю без педали, так чтобы все, что в левой руке, все оркестровое звучание. Вот здесь вот ля бемоль будет очень важно. Вот это волторновое. Да. Добиваясь максимум оркестровости без педали, педаль потом только помогает. Вот это. Вот это ля бемоль, да. Опять. Вот это с
си дур бемоль мощная. Ля бемоль мощная. Где в руке? И дальше. Пам-пам-пам-па-пи-пам-па. Обязательно точные и взволнованные на двойной репетиции синкопы. Фактуру сейчас сыграл, да, полифоническую, оркестровую, сыграл без педали, да, поработав, да, пальцами, всем, потом педаль помогает, да. Сон тяжелый, перерви, обязательно именно так, сон тяжелый, перерви, да, перерви, увы, ты, увы, заслуженный. Все произносить, абсолютно добиваться от певца, откровенно работы артикуляции и пения предельного при этом. Вот сочетание абсолютной артикуляции, страстной артикуляции, поэтической, драматической артикуляции слов согласных слогов, да, и при этом абсолютного пения легато, да. Блаженный, да. Блаженным, да сейчас, да, увы, заслуженным, и здесь, и вот здесь такое переложение, я вот так играю, и добавляю к этому эту гамму. Да. Причем гамма, это не гамма. I love you too, I love you too, I love you too. I love you too, да. I love you too, I love you too. Еще. Все повороты, да. То есть, до-ди-до-ди. Это не гамма, получается. Да. Заворотом. Да. Дальше как написано. И опять. Это да. Да, и когда потом с педалью, то будет так. Да. Но добиваемся сначала без педали. Это все. Дальше выучить. Левый. Здесь можно упрощать. Где неудобно. Вот здесь секста неудобно. Можно сыграть кварту. Не до этого. Можно вот так упрощать. Оркестровое звучание. То есть, если двумя руками сыграть левую руку, очень полезно. То есть, что у нас? Соль бемоль, фа ми ре до ля, соль фа ми ре. Обязательно, да? Понимаю, где здесь опорный такт. Это первый такт идет к третьему. Первый, второй идет к третьему. Да, ри сюда. Ти, да, ри, та, да, ри. Да, ти, да, ри. Ди, 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 ди. Такая полифония. Ди, ди. И как левая рука, здесь левая рука, да. Thank you.
облегчаю левую руку, то есть играю все время здесь терцию, и потом, то есть я вот это гласоведение не играю, утяжеляет. Здесь важнее заставить услышать вот этот мощный ответ в середине, да? Вообще можно сыграть секстом. Вполне, да. Вне зависимости, да, голосов. Вот здесь я играю квинту. Прям выбираю без педали всю, да, работаю. И заодно прочищаю всю фактуру. Вот такой первый палец. Максимально легатный и одновременно скандированный, да. Не позволяю себе разрывов. То есть, где возможно, работаю на демпферах, да? Вот здесь важная вещь. А не вот так, как написано, а сначала одно ре-бемоль, а потом пара, потом октава только. А вот здесь можно сначала поставить весь аккорд, и только потом тихо, да. Обязательно сначала ставим, потом внутри кончаю. Страшно перечесть. Вот здесь очень мощная пиццикато. Это нужно просить у оркестра и делать на рояле. То есть пиццикато, которая пронизывает всю оркестровую ткань. Не бояться прям... Мотив он показал. I love you too, I love you too. Тебя люблю. Каждый раз мотив начинается со второй, вот как он показал здесь. Да, если сумму тим-тим-ли-ли-ли. Все время. И только непрерывно. Что делает правая рука? Верхний голос держится. Да. Вот так. Да, получается. Замираю. Написано пьяно, но на самом деле очень взволнованное. Крещендо, да, тоже. И потом оркестровые. Как добиться оркестрового звучания? За счет средних голосов, вторых, третьих пальцев, вторых, четвертых. Да, честь. Вот это ваша честь. И смело. И здесь свободно с тебя верю. И вот когда она берет веряю, важно сыграть этот пассаж так. Ни в коем случае не играть гамму. Никому не нужно. Прилипли. Обязательно. То есть есть вот это восхождение. Да, прилипли. Потом завернули. Да. И компактные. Или так, или просто так. И компактные. За счет чего оркестровый? За счет средних голосов. Вот такая штука. И здесь, конечно, кончаю страшно перечесть. Опять страш. В
все страшно перечесть, все «р» перечесть. Стыдом и страхом замираю. Он здесь выстрелил все эти «р», осевые такие, согласные для русского языка, да? Страшно перечесть, стыдом и страхом, страхом замираю. Но мне порукой, опять же, «р», порукой ваша честь и смелый ей, и опять последнее, себя веряю, да, «р», ключевое, веря, веря, да веря, да веря. Да, ну и с помощью педали. Ну, обязательно, конечно, гаммы выстроить я устраиваю I love you too, I love you too. Хоть я использую агогику, но все равно у меня получается нормальная секстоль, причем не две триоли, а секстоль три раза по два. I love you too, чтобы был вот этот мотив. Да. И последний. Не две триоли, это более примитивно. Вот это более примитивно, если это да-да-да-да-да-да. Более примитивно, чем... То есть я как бы внутри пульсирую триолями восьмушки. Да. Хотя он вроде бы перед этим нам все показал восьмыми простыми, да? Но мне кажется, более... Поскольку здесь есть тоже триольные эпизоды, да? Мне кажется, что здесь он возвращается к этой пульсации триоли. Но это уже индивидуально. Наверное, можно нормально это выстроить и триолями тоже, да? И можно так, а можно и так для концертного исполнения закончить.